В Самаре ранняя весна. Сегодня 28 марта 2023 года. Снег уже растаял в лесу. Поют птицы. Слилась вода так в овраг. Красота. Прям слышно. Птиц. Природа оживает, просыпается. Красивый лес, дубовый. Все в листах усыпано. Приятно очень. Весна очень рано пришла, на месяц раньше. Сейчас не скажешь, что 28 марта. Как будто 28 апреля просто. Очень интересный лес, никогда здесь не был. Случайно зашел. Уже мухи, солдатики бегают, жучки, паучки. Наблюдать за жизнью животного мира всегда интересно. Вот такая вот прогулка. Очень красиво. Потом все зацветет, распустится. Ну и сейчас тоже очень хороший, приятный запах здесь, в лесу. Красота. Главное, птицы поют. Снег еще остался немножко. Но в этом году он очень быстро сошел, потому что была температура 17 градусов. Река Волга очистилась от льда. И песок также по берегам очистился. Прям какая-то аномалия, очень классная. Сейчас на солнце тепло, я снял куртку и иду в кофте просто. Такой прекрасный лес. Около 18 километров Московского шоссе в Самаре. Красота. Подарок природы, погода. Правда, конечно, слышно трассу, дорогу. Это ничего страшного, зато хороший воздух сразу чувствуется. Ну, может, куда-нибудь подальше отойти, там уже не будет слышно. Природа, погода.